Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, я прошла свои 10 тысяч шагов и вот решила записать вам видео. Здесь я прохожу 6 кругов, больших 6 кругов вокруг этого прекрасного озера. И это как раз получается 10 тысяч шагов. Видите, прошла легко и просто, даже не запыхалась. Ну, сегодня, кто помнит, 22 декабря и мой отчетный день. Каждое 22 число месяца я отчитываюсь по своему весу и параметрам. Что я хочу сказать, мои дорогие? Опять за этот месяц у меня никаких изменений. Не ушло ни одного килограмма, ни грамма. И в параметрах у меня то же самое. Я не знаю, с чем это связано. Нарушений у меня в питании нет, активность у меня прежняя, как бы живу, соблюдаю четко. Очень многие спрашивают, считаю ли я свой калораж. Обязательно считаю, но сейчас уже на автомате. Это у меня вообще никаких проблем. И если я даже так визуально посчитала, я проверяю потом, и все четко. Всем новичкам я пишу и рекомендую. Вот секрет. Устанавливайте приложение, там вам считать не надо. Вы заносите все, что вы скушали, и у вас все посчитает. Итак, мои дорогие, за полтора года, вернее, неправильный, за полтора я на кетопитании интервальном год и 8 месяцев. За год я скинула 34, потом чуть-чуть еще, и получилось, за полтора года я скинула 35 килограмм. А на кетопитании и интервальном всего я год и 8. И вот уже 2 месяца мой вес стоит 3,67 килограмм, и никаких изменений нет. Возможно, стали тяжелее мышцы, как мне говорят, потому что я хожу постоянно. Активность у меня сейчас очень хорошая. Я хожу легко и просто, и для меня это доставляет большое-большое удовольствие. Я прохожу 10 тысяч шагов, и мне очень это нравится. Если я раньше поискала скамеечку, сейчас это мне совсем не нравится. Напряжно. Ну, я хожу к косметологу, я выставляю свои видео, и мой косметолог мне рекомендует остановиться с весом пока, потому что очень сложно подтягивать. Сейчас вот как-то активно стало худеть лицо, опустились эти брыли, второй подбородок, углубились морщинки, и если я буду продолжать активно худеть, то будет очень сложно подтянуть качественное, поэтому... Хотя и никаких усилий для того, чтобы как бы или остановиться, или наоборот активно худеть, я ничего. Я просто питаюсь так, как питалась, весь стоит на своем уровне. И завтра я опять иду к своему косметологу. Какая процедура будет? Возможно, я опять сниму. Дело в том, что по показаниям мне нельзя, к сожалению, гиалуроновая кислота, она мне вызывает аллергию, поэтому пока мы более щадящими уходовыми процедурами, что будет конкретно дальше, будем смотреть по моему преображению. Меня, конечно, сейчас, если честно, огорчает мое лицо в зеркале, потому что я вижу, как мои морщинки действительно углубились и увеличились, и вот эти брыли, вот, ну, в общем, мой внешний вид мне не нравится, скажу честно вам, мои дорогие, поэтому сейчас моя первостепенная цель — это заняться своим внешним видом. Я говорила, что я буду менять имидж, что я буду менять все полностью в себе. Я занялась, хочу избавиться от своего черного цвета, но пока я не решила до конца, все-таки, чтобы уйти от черного цвета, нужны смывки или обесцвечивание. Я считаю, что такие меры пока не только мне, да вообще более щадящие, считаю, все-таки с возрастом и волосы у нас от красителей другой, и тоньше, и реже, и мне бы не хотелось еще усугублять состояние своих волос, поэтому от смывок и осветления я отказалась. Что у меня получится с цветом волос, я пока точно не знаю. Я его сейчас меняю другими способами. Хотела снять видео, показать вам, ну, обязательно, конечно, покажу, потому что я делиться с вами буду, но дело в том, что на видео не видно изменения цвета, и он все равно на видео кажется у меня черным, хотя сейчас он у меня глубоко пепельный, вот так скажем, ближе к этому. И так, мои дорогие, все свои изменения я буду вам обязательно показывать, рассказывать, походы в салон, и все буду я показывать вам. Я знаю, что многим
Таким же, как я, это очень интересно, потому что когда мы похудели, меняется очень сильно наше лицо, и хочется прибрать его в порядок, и не только лицо, и все наши места, которые обвисли, хочется как-то подтянуть. И поэтому я считаю, что мои видео будут вам полезны, буду рада, если вы будете писать свои комментарии, задавать свои вопросы по этому поводу. Мне будет это очень интересно и очень полезно, ваше мнение. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии, обязательно задавайте свои вопросы. Все изменения в себе я обязательно буду показывать. А пока, мои дорогие, пока-пока.